традиционный вопрос и ответ. Чего приехал? Поблагодарить вас за то, что вы делаете в эти сложные, непростые времена, за то, что научились очень быстро справляться с разного рода заболеваниями. Ну, а вам спасибо, что вы научились лечить разных людей. Мы ничего не понимали в этом, ничего не знали, но сейчас мы научились лечить больных. Второе, я хочу просто предупредить наших людей, что эта зараза от нас еще никуда не ушла. Слава Богу, что меньше мы госпитализируем людей, меньше больных, но вот поступает информация, мы с тобой все время радовались, что никакого британского, южноафриканского вируса у нас нет, этих мутаций нет. Ну, якобы что-то обнаружили. Я думаю, что паниковать в этом плане не надо. Мы к этому готовились с тобой, давно обсуждали эту проблему. Мы знаем, что делать, и вы тоже знаете, что делать. Главное, без паники, спокойно мы пройдем эти этапы. Вот два момента. Спасибо, и люди, не расслабляйтесь. Смотрите сами, но не пренебрегайте элементарными правилами гигиены. Мне кажется, что у молодежи на достаточно высоком уровне работают и врачи, и младший, и средний персонал. Это радует, это показатель. У нас 11 таких городов в стране, крупных городов, кроме областных. Поэтому думаю, что и там примерно такой же будет уровень.